Я за Миронова. А почему? А что-то он мне больше нравится. А за мэра я вообще-то только, я и фамилии-то таких не знаю. По мэру за Кузина, а по президенту за Бутин. А почему? Ну, пока еще стабильность, а дальше неизвестно. Просто Бутина. Скажите, почему? За Бутина. А почему? Ну, надежность, это, будущее, уже знает, что будет. То есть менять все на корню вот так вот, что смысла нет. Ага, а за мэра? За мэра? Не знаю даже еще, честно. Ну, я еще сомневаюсь, за кого буду голосовать. Поэтому между пока кем и кем? Между Путиным и Зюгановым. А за мэра за Кузина. А почему? Кузина. Потому что альтернативы нет в списке Кузина. За Жириновского. А почему? Ну, мне нравится его настрой. Вот он такой, нам надо, русским надо людям немножко побольше кнута, чем пряника. И потом будет все хорошо. С мэров так я не знаю, вот они как бы, немного я их как бы знаю, поэтому не знаю, какой бы выбор я сделал. Кувшинников нравился, но он пошел выше, молодец. Я проголосовала за Путина. Почему? Другого кандидата не вижу. А за мэра, за Кузина. А почему? Ну, тоже устраивает как человек. За Путина, конечно же. А почему? Надежный, пока проявил себя очень хорошо, так что я за Путина. А за мэра за кого? За мэра Кузин. Ага. Во-первых, как мужчина интересный, впечатление хорошее производит. Я думаю, он достойным будет мэром.